Вчера вечером на пересечении Володарского шоссе и улицы Солнечной произошло ДТП. Автобус, обслуживающий 146-й маршрут, наехал на велосипедистку. Маршрутка двигалась по улице Солнечной, выезжала на Володарское шоссе в сторону центра города. 65-летняя велосипедистка ехала по Володарскому шоссе со стороны кольца в направлении поселка Володарское. Пострадавшую велосипедистку госпитализировали во вторую больницу.